11 ноября во Дворце молодежи состоится 13-й международный фестиваль «Джаз-лихорадка». Пермяков ждет яркий музыкальный марафон, который стартует в 12:30. Торжество откроют хозяева фестиваля, пермский оркестр «Кругозор» и музыкальный проект «Селяви». Ключевым событием фестиваля станет выступление трио Олега Бутмана и американского вокалиста Эллиота Маннерлина. «Джаз-лихорадка» продлится до 18 часов, вход свободный. 11 ноября в Пермском классическом университете состоится теплый забег. Трасса круговая и пройдет по территории кампуса. Всего будет 3 забега на 7 километров, 3 километра и на 600 метров. Стартовый городок забега разместится на университетской площади, где будет интересно как участникам, так и болельщикам. Начнется теплый забег в 9:30 с общей разминки. Все вырученные от стартовых взносов средства будут перечислены в некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дед Морозим». 11 ноября в полдень в историческом парке «Россия. Моя история» состоится ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». Написать его могут любые желающие, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. На диктант отводится 45 минут. Вопросы основываются на школьной программе и рассчитаны на сообразительность, умение мыслить логически. Участие в акции бесплатное, нужно предварительная регистрация. 11 ноября детская библиотека имени Кузьмина приглашает на заключительный тур краевого чемпионата по громким чтениям стихов «Повелитель страниц». Дети со всего Прикамья поборются за звание лучших в номинациях «Чтение стихов наизусть», «Чтение стихов с листа» и «Юные поэты». Впервые в Кузьминку на конкурс приедет популярный российский детский писатель, поэт, исполнитель песен, сценарист, автор знаменитого цикла истории про собачку Соню Андрей Усачев. Читать стихи дети начнут в 11 часов. 11 ноября немецкий читальный зал библиотеки Горького приглашает на открытие плакатной выставки «Лаутштрак» во весь голос. Она посвящена современной молодежной музыке Германии. С 11 до 12 состоится экскурсия, просмотр и обсуждение клипов, викторина, розыгрыш призов среди гостей, одетых в стиле рок. Вход на мероприятие бесплатный.